the roaring thunder stopped and cold to read. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас продолжение влога, обучалка по выходу на дверь. В данный момент времени появился человек, который будет тренировать именно выходы силой. Ну и сегодня расскажем о предварительных, подготовительных упражнениях, подводящих к этому элементу. То бишь, как в предыдущем ролике, еще раз покажу, потребуются взрывные подтягивания, то есть подтягивания данного формата. Отжимание каннибала. Отжимание следующим образом. Также для выхода силой следует потренировать отжимание от брусьев, но не стандартным образом, а именно вот таким. Запрыгиваем на брусья и делаем следующее отжимание. Чем ниже, тем лучше. Ну а теперь познакомлю вас с человеком. Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Игоря. Меня зовут Антон. Сейчас я вам покажу, на каком уровне у меня находятся данные упражнения, которые показал Игорь. Так, начнем со взрывных подтягиваний. Отжимание Ганнибала. Руки ближе сведенты. Ноги чуть назад, вот это мешает тебе, да, там? Если у кого-то нету брусьев в доступе, то данное упражнение можно делать на турнике, сделав подъем, переворот, и из верхней точки уже делая его. Этот человек занимался в основном по силовой системе, по билдерской, и с турниками редко дело имел, поэтому особенно интересно будет посмотреть, как вот в этом отношении будет прогрессировать. Благодаря вот этим трем упражнениям через месяц, думаю, человек, хорошо их отрабатывает, качественно, уже сможет сделать показательный выход силой по методике, которую озвучивали, показывали в предыдущем ролике обучалки по выходу силой. Забыли сказать, сегодня у меня день рождения. Да, вот пример, 26 лет. Пример для нынешней молодежи. День рождения надо встречать в подобном месте, где много турников, брусьев, ну или железа. Ну, Игорь еще там ставит фотографию, каким я был год назад, какой сейчас я. Хорошо. И до встречи на канале. Всем пока. Всем пока.